мусор. Нет, мы будем все снимать. Покажем, что у них тут творится на уличках Акко. Старый город Акко, да? Ничего интересного, по большому счету. Рядочки, улочки. Так, подождем. Смотри, каша какой. А? Кот какой. О! Коты. На, так, а там рынок. Беру. Рынок. Так, ладно. Поехали дальше. Что там, блин? Минареты всякие. Ой, опа. Опа. Америка. Прыгай. 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 Вот, мы сейчас что, рыбу покупать будем? Так, что у нас тут такое? Опа. Рыба к пиву. Кстати, самые лучшие рыбные рестораны — это Акко. Это я. Акко. Поделки всякие. Да, надо ближе посмотреть. Да? Да я вообще, что тут? Рыба. А, рыба, селедка. Селедка другая. Не, я понял, вот такая рыба. И что тут интересного? На что она похожа? А? Да, прикольно так это. Такая не. Челюсть такую маленькая. А? Челюсть такую маленькая. А, да, да, да. Рыбы разновидности там что-то. Блин, я не знаю, в принципе, в Иерусалиме булочки. Интереснее. Поинтереснее. Ой, фото, да? Рыбой воняет всякая фигня. Что это за обувь? А я не знаю. За сандали, не знаю. Это какой-то стена непонятный. Непонятная стена. Обувь, цветы растут, что-то вообще. Наш размер. Непонятный вид искусства, короче, какой-то. Да. Это как на деревья, типа, кидали вот эти, блин. Обувь кидали. О, а это мы выходим к набережной, походу. Да, я хочу скупаться. А мы с этой стороны заезжали. Вон там яхты, типа. О, какая-то часовня. Часовня. Опять рыба. Опять рыба. Опять рыба. Это большая. Это мелкая. О, а это что тут? Разделок, смотри, разделок. Да? Да. А, да я видел. Это часовня какая? Часовня. Что-то рассказывают про часовню. Вот такие башни в честь Абдулхамида II были в нескольких городах. Я думаю, на этом пока закончим.